И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на фьордах. И сегодня мы пойдем в пещеру за артефактом. Не просто за артефактом, а за двумя артефактами. Artifact of the Clever и Artifact of the Pact. Эта пещера содержит два артефакта, поэтому это тупость. Столько пещер. Ну, артефакт засовываем, два артефакта засовываем в одну пещеру. Нелогично, наверное, но бог с ним, пойдем. Но сначала давай покажу, что здесь. Во-первых, я немножечко сделал, конечно, да, это не ночь, ночью лучше видно. Днем это вот прям, вот на этой карте это прям бесит. Вот просто все отсвечивает, как не знаю что. А ночь все хорошо видно. Но здесь как бы и так по рисункам понятно, что да как и где. Крови, прикиньте, нету. Крови и вот здесь нету. Но, по идее, кровь я могу в обычный засунуть. Что-то, кстати, об этом я не подумал. Я только сейчас подумал об этом. Надо будет сделать обычный сторож и вот сюда поставить. Возможно, получится что-то сделать. Сгонял, еще и добыл немножко элемента, ну, точнее, элемент шорт, и уже, собственно, да, элемент сам добыл сторож. Прокачиваю потихонечку. Здесь уже у добряшек до усрача. То есть вот 306. Вот еще подобавлял и убрал оттуда шкафчик. Ну, собственно, это все, что сделал за кадром. Больше нафиг ничего. Куда летим? Братан, ты где? Куда летим? Куда летим? Летим мы по координатам, ну, грубо говоря, 21 на 57,5. Найти ее довольно-таки просто, то есть вот на озерцо, да, и вот он подъемчик наверх, то есть поднимаешься как бы, и вот он подъемчик наверх, так, чуть-чуть, а не показалось. И вот та самая пещерка. Так, спускаемся, отправляемся, на мы прогружаемся. Лава. Будет жарко. Десмод. Без вариантов. Я прям. Да, меня, кстати, уже несколько раз писали, как приземляться. Приземляться вот так вот. Приземляешься, смотришь, и он сам садится. Что-то типа того. И у меня сколько раз было, то есть ты вот летишь на земле, и он сам приземляется. Я забываю, я пытаюсь сразу же приземлиться, он меня пытается цепляться за потолок, и я такой, а, твою мать, да чтоб тебя бесило меня. Да. Такая вот фигня. Ну что, полетели. Так показывает свет, а так свет не показывает. Потому что так я уже ближе. Просто очкую что-то не от первого лица лететь. Вот это вот лава-лава, везде лава. Да, по идее, она не должна убить сразу и все в таком духе, но пожарит не кисло. Плюс, по идее, я с каждого вот этого островка то сюда должен перепрыгнуть. Все это добро. Но зачем, когда есть десмод, как бы можно перелететь? Эта карта... Что там был за пульт? Почему он пытался прицепиться? Что творится? Это что такое сейчас было? Я чутка даже подофигел. Что-то пульт какой-то в руках появился. Он что-то куда-то приземлился, куда-то... Да, я, конечно, немножечко туплю, но что поделаешь. Так, рунка. Давай сразу же рунку брать. Пофигу вообще. Так, а ну-ка. Пижу. Ночи или префиксации. А ну-ка. Эй! Вот что за пульт был. Прикольно. То есть, если зафиксировался, ты также становишься невидимым. А? Прикол. Кстати, а что у тебя выносливость-то?
Откуда же вы? И выносливость не тратится, и КД на это нету. Да мать твою за ногу, да ты просто можешь тут... Да, еще больше фобий для ПВП, да? Так и должно быть. Я лечу невидимым. Не, ну это по идее баг. Ну сейчас же не ночь. А может сейчас уже просто ночь? Кстати, чё? Ой, господи, смешно. Да. Ну ладно, пофигу. Пофигу, вообще погнали. Зато никто не агрится, ничего вот не, мне не надо. Красота. Погнали сначала налево. Поищем, что здесь, как здесь. Пускай это вот флора, фауна сама тут бегает, тусует. О, да вот же артефакт. То есть прям вот сразу в упор и прям близко. Прикольно. То есть вся сложность это пропрыгать. Так. Я, кстати, тут экспериментирую со слоумо. И сейчас самый максимум это 5 оказывается. И я и забыл про это. Ну, я как бы помнил, это было очень давно. Я, собственно, из-за этого вспомнил, что такая команда вообще в целом есть. Как-то можно ускоряться и так далее. Но, блин, я забыл, что там от минус 5 до плюс 5, короче. Вау, там, ну, нифига себе. Так, хорошо. Один артефакт мы находим сразу же. За вторым уже немножечко посложнее. То есть здесь опять перепрыгивать, опять куча мобов. Но вот так вот с десмодом, ну типа камон. Он просто невидимый летит ему насрать. Опача, дропача. Иди сюда. И вот еще один артефакт. Ну тоже как бы довольно-таки изи. Да. Да. Так, погоди. А, да, я просто теперь ночь. Окей, я теперь ночь. Ай. Просто ночью я смогу спокойно грацевать, не заморачиваясь, вот, невидимость. А, что ж я раньше до этого не додумывался, а? Вот скажите мне, вот почему я до этого раньше не додумывался? Это же так классно. Ты вообще не заморачиваешься ни о чем. Ты вот просто пролетаешь мимо всех. И красота. Опять в невидимость. И пошли все нафиг. Так, а еще здесь есть дропики? Я хочу дропики. Дропи, 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 дропи. Жалобы. Жалобы. Ну, как говорится, с высоты птичьего помета я могу проверить все. Ну и, соответственно, вам это дело все показать. Ну да, здесь ничего нету. Эта пещера очень прямолинейна. Имея крюкошку, и ты типа вообще не заморачиваешься. Граб. Блин, прикольно все-таки название. Граб. Граб. Граб, 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 граб. Крюкошка. Я так как играю с локализациями постоянно, я как-то уже привык к русскоязычным названиям. Но ПВПшеры очень часто называют его крюкошка. Кстати, вышло новое обновление по типа... господи. Battle Royale. Для... точнее, по арку. Давай, садись, быстрее! Долго все делаю. Прям очень долго все делаю. Прикольно. Посмотрел один видосик, как это все выглядит. Блин, прикольно. Прикольная штука. Не знаю, как бы есть смысл снимать про по этому. Нет смысла снимать, но прикольно. Будет время, надо будет попробовать вообще хотя бы в нее зайти. Будет прикольно занять какое-нибудь место хорошее. Вообще, как я понял, там лучше всего использовать два варианта. Либо... Кстати, а здесь что у нас за проход? Это случайно не к артефакту. Факту.
Артефакт. Я боюсь, что-то лаву эти задеть, вдруг меня это зацепит. Походи. А, ну это просто. А, нет, это уже на выход. Прикольно. Да, ну вот пещера только так. Это я просто, короче, как-то каким-то кругалем сделал и да. Затупил. В общем, прикольная штука. Интересно. И где у меня. Господи, воду, еду еще. И навык изготовления. Как я понял, там либо ты томишь каких-нибудь жестких, мощных дина, но у них будет минус в том, что ты ну, они будут застревать где-нибудь и так далее, либо томишь какого-нибудь живенького диноса, или не диноса, не обязательно, и на нем уже, то есть, берешь лук и все в таком духе, то есть, как бы, ну, вот так вот. Пещера просто погружается. То есть, и уже с помощью лука, стрел и так далее, ты уже можешь. Классно. Можешь уже как-то воевать. Но это нужно прям уметь и стрелять, и так далее. То есть, я же, блин, привыкший постоянно бегать только на диносах. Я прям в PvP вообще говень. Полный. Вот, поэтому для меня такие режимы и не очень в этом плане. В общем, вот такая вот была пещерка. Маленькая, аккуратненькая. Один дроп нашел. Я там ничего не такого не нашел, честно. Слушай, а вот единственное, что я сейчас задумался, а подобывать камешки, а может быть какой-нибудь элемент? Я просто сейчас до этого добывал элемент. Что-то мне когда-то писали про эту лавовую пещеру. Я не помню вообще, что мне про нее писали. Ё-моё. Ну, скалера сделал такое. Ну и не в этом-то проблема. Проблема в том, что что-то я сегодня вообще рассеянный. И не только сегодня. Ну вот. А тут что про элемент вспомнил, про камешки. Я тут добывал же шарды, поэтому у меня, как говорится, в памяти еще свежо. Ой, черт, по-новому заспомнились. Ваш уж, маш уж. А что вас так много? Еп. Да. Нет, тут ничего. Да и, наверное, не про эту пещеру говорили. Я так до сих пор не нашел пещеру, которая... Вот где кит, короче, на карте. А, там должна быть пещера какая-то. Икс. Ой, да пошел ты в жопу, задолбал уже. Иди сюда, замочен нафиг. Вот, там должна быть... Честно, я вообще прям сейчас туплю. Но... Я не нашел пещеру, где добывается сам элемент. Что-то я так и не понял, где там вход. Интересно, надо сейчас посмотреть. Там очень много элемента. Да, нашел, короче. Вот это я, конечно, тупик. Это не в пещере, нигде там, это тупо под водой. Блин, вот это я, конечно, да. Ну, погнали. Время от серии есть. Погнали, посмотрим, что там и как там. А, единственное, что, конечно... Блин, прикольная раскраска. Такой прикольненький. Как добывать под водой, я в душе не шатаю. Бур бы... Кстати, надо проверить. Бур же под водой не добывает нифига. Это будет жопа. Ну, в смысле, руками добывать-то нафиг. Вот это все, я уже отвык. Тут глястей... Не, нафиг. Ну, кстати, пакет крови, он точно так же сюда и не закидывается. Он в целом не рассчитан под это. Вот это упущение. С десмодом это очень сильное упущение. С пакетом крови. Ну и вот где-то здесь это все дело и наладится. То есть вот на этот токсичный остров.
И где-то здесь все это дело должно находиться, в этом районе. Ну, в смысле, не обязательно здесь, но где-то здесь уже на дне все это дело можно лутать. Че я придумал, для остальных задумался? Я сначала задумался, вот где-то вот в этой расщелине должно быть. А есть ли какой-то подводный динос, который все это дело... Вот на пещерка. Все это дело лутает под водой. Вспомнился почему-то Дунклиостей. Потом думаю, не-не-не, ну нафиг, короче, это все дело. Кого-то томить еще я не хочу. Нафиг. Вот они, рудники, мозазавры, туситиутисы и так далее, и тому подобное. Да, они мне точно будут нужны. Туситиутисы, точнее, их не щупальки. Обязательно. Погнали. О, Альфа-чоныч! Иди сюда, Альфа-чоныч, Альфочка! Красота! Так, вот ты-то там не подсирай мне тут, а? И еще и третий пришел. Ну ты посмотри на них, а, уроды! Так у меня... Офигевший просто базик. В смысле, что, два Альфа, что ли? Да вы что, охренели, что ли? Еще и разного пола, что ли? А нет, просто два альфа-козлы. Нифига они мне тут ХП просадили. Вот уроды. Офигеть. Еще раз офигеть. Ну, еще раз говорю, благо у меня матерый базик. Матерый прокачанный базик. Точнее, матерый теперь еще в два раза сильнее прокачанный базик. Ну-ка, да, 5 левелов. Урончик, естественно. Нифига, просто половину хп мне просадили. Ну и козлы. Зато сам аж 2 левела получил. Обалдешечки. Так. А есть какой-нибудь с альфа-мазиков что-нибудь? Так, на фейерверке мне не нужны. Во, альфа-зуб мозазавра. Отлично. Я не знаю, нужны будут, не нужны будут, но... Лутаем. О, рунки еще. Хорошо, надо будет вот сходить на... Так. А чё я ХП теряю? Кто-нибудь мне подскажет? Или просто... Глубина же ж! Ей трешь, ты растудышь тебя, точно! У меня ж... Он с глубиной не сильно дружит. Серьезно? Вот тебе и полечил, называется. Офигеть! Его на глубине лечишь этим, а он еще и ХП теряет. Твою мать! Обалдеть! Вот этот хилял называется. По-братски. Ёб твою ж за ногу. Так. Срочно нужно наверх. Офигеть. Смотрел же видос, видел, что там они теряют ХП на глубине. Я про это и забыл. Черт побери. Ладно, в любом случае я уже здесь. Хотя, погоди, нет, наоборот, меч... Арбалет. Где ты, арбалет? Вот сюда. Меч, давай вот сюда. Раз уж приплыл, раз уж всех замочил. Так, а ласты у меня надеты, отлично. Давай попробуем что-нибудь подобывать. Че, сразу сюда приперся, что ли? Чуть базика не замочили мы его. Кровненького. Так, ну это какаха. Это тоже какаха. И это какаха. А где не какаха? Кстати... Не достается он. Вот он не какаха. Да, вот элементальная руда. Но зачем она мне? Скажите вы. Я должен знать, зачем она мне. Но я хотел ее добыть. Ну, в смысле, чтобы она у меня, понять, где она находится.
Почему она мне нафиг нужна? Ну, камон, по единичке элемент создавать? Да я лучше шардами добуду, и от этого будет больше толку, ну честно. Но я добыл, и я спокоен. А вот где здесь шардики подбывать? Вот с вас шардики добываются? Да, осколок элемента добывается. Но ручками, кирочкой это добывать, это я шатал-манал. Также здесь добывается амбра. Да, вот она, эта амброчка добывается. Амбра мне тоже нафиг не нужна. Она же, по идее, нужна только в единичных случаях. Ну, в смысле, это... Притомление, или я ошибаюсь? Ну, в общем, по идее, она мне тоже нафиг не нужна. Поэтому тоже забуду так, чтобы она была. Чтоб мазозаврик мой... О, господи, базилозаврик мой не зря страдал. Ну, вот так. Хотя бы вот так будем себя оправдывать. Все это делаешь, где мозик... Ой, базик чуть не сдох. Обалдеть. Похилял просто. Пиу, минус 15 тысяч хп. Да твою мать. Ты, говорит, по-братски похилял просто. Ай, дурдом. Так, ну это все то же самое. Элемент, он так и отображается, как элемент. Это, по идее, не должно добываться. Да, это декоративное. Вот, точно. Где-то здесь должен еще добываться... Жемчуг. Ааа, черный жемчуг. Больших количествах черный жемчуг. Еее. Кайф. Мне это, конечно, нравится. Но мне бы это нравилось меньше, если бы мой базик помер. Слава богу, я... не убил его хилкой. Это, во-первых, во-вторых, вовремя додумался в кряпот засунуть, а не пытался всплыть, где-то что-то еще пытаться придумать и так далее. Я прям, вот это прям вообще... О, вот, погнали. Плывет, конечно, так медленно, ужас. Куча, куча черного жемчуга. Да, то, что не добывается, ну, это буром не добывается, это понятное дело, это жопа полная. Здесь можно добывать страйдера, это я точно знаю, это видосики я видел, ну, как бы, вы перегружены, вот, но, как бы, у меня страйдера нету. А чем я перегруженный? Простите, пожалуйста. Мясом перегруженный, к примеру. Много мясом перегруженный. И всяк фигней. Давай еще камешка выкинем. Да уж. В общем, я лучше в своей пещерке подобываю элемент шарда, чем вот так под водой. По чуть-чуть осколков. Не, конечно, кирка это еще хорошо добывает, но, блин, не. Сюда максимум за черным жемчугом. Бе-е-е. А вот и вот полно, это кайф. Но тут либо страйдером добывать, либо... А кем еще? Кстати, а все-таки вот так, если задуматься. А какой еще динос добывает... О, ну, подводный динос добывает ресурсы, допустим, камень. Или я не зря про Дункулиастея вспомнил. А? Интересно даже. Вот, хребет большой рыбешки. Вот прикиньте, вот просто, вот это, вот, вот какая должна быть рыбеха. Ну, это не рыбеха, понятное дело, это змей. Это подводный змей. Ну, по крайней мере, судя по такой большой длине, это явно уже змей. Это без вариантов. Но какая должна быть махина здоровая. Тик-тик-тик-тик. Чтобы он... Так, тоже можно выкинуть нафиг. Чтобы он был такой длинный. Э? Вот это ты, я не понимаю. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. А, ну да, отлично. Один артефакт выложил, второй зачем выкладывать? Вот это я, конечно, тупить. Ох, и тупить же ж я. Ну что? Я могу? Я умею? Я? Самое главное это. Практикую. Практикант по тупости, обращайтесь ко мне. Да уж. Но здесь, я думаю, я упрусь просто в стенку сейчас. Ну, в смысле, вот это, не видел. А, не, я... А, он получается как бы вот так вот, типа, вот так, и кругалем идет вниз. Ха, прикол.
Ну и, соответственно, вдоль вот этого всего хребта мы можем вот это все латать. Но опять-таки же, чем? Киркой? Да я честно, в Аберрантной пещере лучше побегу и с буром подобываю. Да и киркой там подобывать легче. Нажал почетка? Но! Кто я такой, чтобы судить разработчиков за то, что они придумали именно это? Точнее, именно так это все дело придумали. Зато здесь очень много чертового жемчуга. Так что, хоть какой-то в этом плюс есть. Ой, я тут, короче, думал вообще, хотя бы пытался найти мод на тег эти устройства, ну, на тег Storage, чтобы он был такого же типа, но чтобы не требовал элемент. Ну, судя по тому, что я вам это рассказываю, и я его не показываю, я это, понятное дело, не нашел. Это во-первых. Чем я перегруженный? Понять не могу. Он с жемчугом? А где у меня жемчуг-то вообще хоть валяется-то? Вот чем я перегруженный! 400 веса! Ёперосети! Зато видели, сколько его? Так вот. Я в итоге не нашел такой мод, ну, по крайней мере, по картинкам. Его нет. Ну, думаю, ну окей. Думаю, можно название, ну, то есть, ввел в поисковике Storage. Ввел в поисковике Tag. Тоже не нашел. Ввел в поисковике элемент. И там типа моды, как состряпать типа элементы из других ресурсов. Я просто такой славлю себя на мысли. Если я устанавливаю этот мод, так не легче мне тогда в локалке просто его взять себе элемент и выдать. Ну вот так, ну вот настолько все тупо. И закрыл вкладку. Ну прям вот, прям реально я словил себя на мысли, что, ну блин, это уже из разряда читерсу. Ладно, бог с ним, поставить мод, который этот, типа, этот делает, ну типа, халяву. Но на халяву добывать ресурсы, ну блин, я могу тогда себе команду его выдать. И с этой мыслью я дальше стал добывать шарды в пещере. Ну, кстати, не все добыл. Не все добыл, потому что там у меня набор сломался. О, это ужасно было. Как тяжело-то отходить-то. Да, ну еще, конечно, самое смешное, что... О, тебе тоже туда же. Самое смешное, что чуть я базика не потерял. Это, конечно, было бы фиаско. Прям жесткое было бы фиаско, если бы я бы базика бы всерил. Точно. Все, теперь бегать могу. А, ну только надо переодеться. Вот такая вот фигня. Интересно, а он в этой будет хиляться? Вот если я его сейчас сюда положу, он будет хиляться? Или мне его нужно все-таки вытащить и отхилять его? Так. Ладно, поживем, посмотрим. Ну а я что? А я на сегодня буду с вами, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. Там все, всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра, всем пока.